Собственно, продолжаем, друзья мои, продолжаем. Выдвигаемся, прыгаем, бегаем, радуемся жизни. Ладненько. Открыли лапкой дверку. Так, как бы мне все-таки вот эту хрень бы взять? Умел бы он у нас еще стрелять, был бы прям... Вот цены бы ему не было. Ну да ладно. Поверху мы, видимо, кстати, не пройдем, как вариант, я так полагаю. На тебе меч. Нам открыли еще одну дверь. Унесла, в общем, эта дурында. Куда подальше? Бабах. Нет? Это так не работает? А-а-а, вон оно что. Вот оно что. Ну, конечно, кто бы нас отпустил так легко-то. Ой. Ты офигел, что ли, малой? Давайте добивать уже этого чувачелу тогда. Все в бой! Снова в бой! Ладненько. Я уже понял, что ничего путного мы не добьемся. Давай сюда. Отлично. Слови вкусняшку. Убрала язык. А вот наши друзья. Надеюсь, я по нему попал. Но нет, по-моему, я по нему не попал, попал по себе. Проблемка возникла у нас с растением. Так. Кто и чё ты меня докапываешься? Че ты меня докапываешься? Ты че? Пообщаться, что ли, не с кем? Минус руки твои и тело. Все в минусе ты. Так, ладненько. Можем идти дальше, да? Мне вот интересно, как бы у нас там дальше пройти. Ага.
Вон она что, да? Ну, я думаю, что навряд ли мы сможем перелететь. Это надо как-то более аккуратно. Повыше, 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 пониже. Еще ниже. Отличненько. Сбрасываем эту хрень. Шла вниз. А зачем она была нам нужна здесь? Кстати говоря. А, вон она зачем нужна была. Понятненько. Прыгаем все выше и выше и выше. Почему я думаю, что эта хрень нас убьет, если мы туда подойдем? Значит, надо как-то от нее избавиться. Ауч. Ага, можно либо выйти, либо так, но туда она нас, короче, не пропустит. Ясно, понятно. Как бы нам тогда через нее пройти? Ля-ля-ля-ля-ля. Немножечко здоровья подымем. Опущай. Опустила, молодец. Теперь мы сможем пройтись вниз. Но нам вот с той стороны опыт бы еще взять. А то как-то лоханулся с опытом. Ладно. Тихонечку здоровье-то у нас, по-моему, восстанавливается, или мне кажется? По-моему, нет. Надеюсь, он нам восстановит это здоровье. Восстановишь ведь здоровье. Бамс. Что, никто не хочет восстанавливать здоровье? Ну нет, вот кто-то восстановил, по идее. Но ярость я не больше восстанавливаю, чем здоровье. У меня со здоровьем совсем все печально. Мне кажется, что если я решу подойти вот к этой хрени, то она не очень дружелюбная. И чем-то мне, знаете, напоминает одну фигню из Вовки. Ну, если вы помните многоликого демона, босса, которого надо было убивать. Ладно, попробуем. Ой. О, шакрам или что это? Как он там называется-то? Сейчас нам в любом случае скажут, что это. Ох, как он его кидает-то. Крестовый клинок. Искусно выкованное метательное оружие, способное поражать сразу несколько целей. Так, убить до 5, сдерживаешь. Понятно. Ну, какое-то оно малость кривое.
Пока непонятно, как оно работает в плане поражения множественных целей, но по единичным бьет вполне себе отлично. Ну и такое. Легкое дополнение ко всему, что у меня есть. Не особо полезно, если честно. Ты еще кто такой? Так, я чувствую, что ты ничего хорошего принести не можешь, правильно? Так. Мне этот чувачел определенно не нравится. О-о-о. Так, это определенно плохо. Как-то он распепелился, малость. Оба-на, меч. Дайте угадаю, нам можно захватывать не только цели. Ага, нажмите RS, чтобы прицелиться шакрамом. Бамс. Притянул к себе. Понял. А нет, этого ударить, типа. Ага. А больше здесь ничего интересненького нету. Ну, вроде бы нет. Вроде бы нет. Могу ошибаться, но вроде бы нет. А, ну конечно. Здесь та же шутка юмора. Теперь можно поднять. Ну зато понятно, как там цепь дальше запускать, да? А, нельзя поднять, я понял даже почему. Возможно, зато здесь где-то есть ключ. Теперь нам придется его использовать намного чаще. Шакрам этот. Блямс. Поднимаем мы его. И давайте. А, вот, все, я понял. Я лоханулся. Я понял, как выбирать несколько целей сразу. Как-то я быстро лоханулся до этого. Ты глаз сейчас смеялся или что? Смеялся. Смотрите, вот так вот убирать. Бамс. Перенос энергии. Кристалл Куб может впитывать мистическую энергию поражаемых целей. Затем мистическую кусочек энергии. Типа поджог.
посмотрим, здесь ничего нету. Вроде бы нету. Посмотри, где здесь ключ лежит. Я думаю, что ключ здесь где-нибудь долежит, скорее всего. Ведь не может же он нигде не лежать, правильно? Так, сюда я потом смогу забраться или придется с самого начала карабкаться? Ага. Понятно. Возможно, придется карабкаться с самого начала. И, кстати, здесь нет ни одного меча. А это значит, что мечи по краям. Пойдем за первым, чё. Так, платформы удерживаются. И там я вижу одну из частей интересных. Ага, хорошо. Ну, я понял уже шутку юмора. Угу. Так. То бишь, мне в любом случае туда нужно. Ими, так, этими древними знаем, ну понятно. Короче, опять воин с его воинством. Спящий растительный. Так, можно взять и бросить в врага или какой-то предмет, чтобы подорвать его, пользуясь огнем. Ага. Проблемко. А теперь мы берем, убираем. Хреначим. Ни хрена. Сначала вот сюда, а потом вот сюда. По-другому это не сработает. Оп. Походу, дело сработало. Понять бы только, как теперь отсюда выбраться. Вижу. Вижу, как отсюда выбраться. Так. Поворачиваем. Мухахашечки. Все сработало. А что если я сейчас как возьму, так и вот так вот. Тинс. Ага. А можно, интересно, взять, например, вот так вот. Кинуть вот сюда. Выделить шахрамом эту бомбу. Нет, то есть так это не работает, да? А где у нас, интересно, ближайший факел? Ближайший факел у нас в хрен знает где, и мне не нравится то, что я прыгаю и улетаю отсюда. А. То есть можно взять несколько бомб. А вот это уже прикольно. Ну, вы поняли, короче, что я сделал. Ничего, собственно, сложного в этом не было. Так, первая кнопочка. Нужно будет, я так понял, их активировать более-менее одновременно, я так
предположу. У меня, конечно, всего один вопрос. Что за фигня, простите, дорогие мои? Только я так и не понял, с какого это перепугу я не могу попасть по этой фигне. Так, подобрали. Ага, хрен там, понятно. Придется ждать теперь, пока он опять повернется. Не все, как видите, ребят, так просто. Нет, ну в смысле, все это, конечно, просто. Так, нет, ну тебя нафиг. Раз выбрать. Два выбрать. По-моему, сейчас будет больно, нет? Нет, нормально. Выдержал. Наш герой выдержал. Бежим, 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 бежим. Пока он приехал, можно спокойно веселиться. Ага. То есть, типа вот так вот, да? Ну, выдохни, выдохни, успокойся ты уже. И мы, собственно, забираем первый мяч. На радостях получаем опыт. И еще опыт. И убегаем на радостях отсюда. С первым мячом. Сейчас бы успеть бы до того, как он это перекроется. Но он не перекрывается, но все же. И сейчас нас начнут бить, да? Нет, нас не бьют. Даже как-то удивительно. Так, там пока закрыто. Можем пройтись вот сюда. По-моему, мне нужна жизнь. Ага. Как я был прав. Так. Мне наверх бы забраться. А, лоханулся, простите. Простите, пожалуйста, лоханулся. Бывает. Так. Ну, уже отчасти понимаю, что мне нужно сделать. Это вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Бам! На. Минус две штучки. Теперь тупо прыгнуть. Бумс, докатились. Докатились, то куда мы докатились, собственно говоря. Сейчас посмотрим, что нам нужно сделать. Так сказать, отстаньте от меня, мелкие твари. А, мне надо как-то, видимо, выбить вот ту фигню еще, помимо всего прочего. Так как здесь нет ничего интересного. Интересное у нас есть только вот там. То мы этим и займемся. Бамс. Чё, сейчас не вылетит никакая тварь. А, вижу. По идее, долечу. Как бы только бомбочки бы использовать.
Так, аккуратненько. Оп. Бамс, еще одна. Мне кажется, я вовремя сейчас прыгнул наверх. Хотя нет, она бы меня не уничтожила, но прыгнул в любом случае вовремя. Так. Ага. Ага. Одну сюда. Отлично. Так. Одну туда. А больше красных вроде бы и нету. Мне почему-то кажется, что если я сейчас сюда пройду, то это будет неправильно. Так. А где у нас была высокая? Вот я не помню, ребят, честно. Давайте попробуем вот эту глубануть. По-моему, это у нас и была высокая, да? Да, вот она. Вот она, родимая моя. Высоченная моя такая. Берем здесь опыт. И берем здесь... Оба-на! И выход заодно здесь. Смотрите, как приятно. Всего одну фигню сделал. И сразу выход появился. От самой первой до самой... Последней, да? Получается, что так. Заодно сейчас посмотрю, нет ли там ничего полезного. Вроде бы внизу ничего полезного нету. Но кто знает? Кто знает, мои дорогие друзья? А я пойду, собственно, потихонечку уже дальше. Ну а что нас ждет на той стороне, мы узнаем в следующей серии.